Всем привет, с вами Алекс и Стюарт. В этом году исполняется 15 лет знаковому для нас и для многих альбому «Книга мертвых». В честь этого мы решили отыграть несколько концертов, начали к ним готовиться и нашли огромные залежи архивных материалов, фоток, видосов, треков, демок, которые мы не публиковали никогда до этого. Чак, может, Светило. И мы решили поделиться этими материалами с вами. В связи с чем альбом будет издан в тройном многостраничном диджибуке с кучей редких фоток, демками, инструменталами, а также в него войдет несколько треков, которые ранее не публиковались, но были записаны к альбому. Внимание! Альбом впервые будет издан на виниле. То, чего вы так хотели, наконец-то произойдет. В ограниченном количестве. Скоро это станет коллекционной редкостью, поэтому переходите по ссылке на сайт planeta.ru. Участвуйте в нашей кампании, становитесь акционерами и до скорой встречи!